Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Импульс к развитию. По поручению губернатора края все кубанские здравницы будут внесены в государственный реестр санаториев. Борьба с контрафактом. В Джимите в одной из торговых точек изъяли 300 литров нелегального алкоголя. Кто ответ держать будет? Как решается проблема с отключениями электроэнергии Витязева, выясняла наша съемочная группа. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова вводит в практику еженедельные встречи координаторов ТОС, председателей квартальных комитетов с руководителями управляющих компаний и представителями управления ЖКХ. Самые животрепещущие проблемы дня лучше всего на местах знают его жители. В кабинете у первого заместителя вырабатывается стратегия решения вопросов первостепенной значимости. Определяются сроки решения. Первая встреча, что называется, по свежим следам. После обхода главой города 12-го микрорайона от решения давно обозначенных координаторами ТОС вопросов не отвертеться. Значит, один дом это был коммунальщика. Да. Вдоль него ужасная была территория, ужаснейшая, все вбросы мусора. А второй дом был ваш, Максим Леонидович. То же самое. И за забором там надо покосить, за вот этой сеткой. Там спрашивают, там где люди понаделали огород. Замечательно, что они понаделали. Ну, порядок должен быть. Это не огороды, а просто какой-то вот совершенно непотребный вид. Поэтому нужно там навести порядок. Очень было стыдно и некрасиво. Один из важных вопросов лета – состояние контейнерных площадок. Представитель управляющей компании, я вас очень попрошу принять это к сведению. И там, где есть контейнерные площадки на ваших территориях, посмотрите, в каком они состоянии, и санитарное состояние, и вообще, как она выглядит, где-то побелить, может быть, металл где-то поправить, ну, чтобы эти контейнера заменить. Есть темы, до которых управляющим компаниям не досуг добраться много лет. Трубы вообще нас покрасили. На всех домах трубы не покрашены газовые. 20 лет. Значит, отмечайте себе. Где-то вот 20 лет не красились, если не больше. Срока им 2 дня покрасить трубы. Трубы можно покрасить за 2 дня. Я думаю, что до пятницы он все сделает. Общественники предлагают из средств, сдаваемых на капитальный ремонт, покрасить и балконы. В первую очередь мы будем ремонтировать, у нас есть несколько домов, где совершенно аварийные лифты, и есть аварийные кровли. Пока о фасадах, так как это дорогостоящее мероприятие, мы не говорим. В некрасивом доме, конечно, может быть неприятно жить, но можно, да? А с прохудившейся крышей и с аварийными лифтами невозможно, правильно? Поэтому посмотрите, что у них там с этой кровлей, если она действительно совершенно в плачевном состоянии, 52%. Но вы должны, граждане, понимаете, мы сейчас делаем, в этом году мы сделаем ремонт. Примерно до октября месяца все там выполним. Но вы должны активнее, чем больше мы будем собирать этих денег, понимаете, тем больше мы будем ремонтировать. Ряд обсуждаемых вопросов касался подготовки к зиме. Наступает октябрь месяц, ноябрь максимум. И вдруг начинает выходить из строя приборы учета. Нет. Понимаете? Вдруг. Значит, все счетчики или отключаются, или снимаются, и начинает забирать их куда-то на ремонт. Их месяцами нет. 2-3 месяца нет. Ну что, вот подгоняются необходимые, так сказать, суммы, числа, и ставятся счетчики. Вот пришло 15 октября. Ну, 15-го не сняли, да? А 20-го раз смотрите, все, отнесли ремонтировать. Пожалуйста, я наоборот вас прошу, сигнализируйте об этом. Общественники также подняли вопрос о введении единой квитанции по коммунальным платежам и попросили дать разъяснение людям по оплате квитанции на капитальный ремонт домов. Анапчане пока плохо понимают значение и законность этого платежа.
У анапских здравниц появилась возможность войти в государственный реестр санаториев, который сформирует Ростуризм и Национальная курортная ассоциация. Работу российских здравниц планируется изучить. Санаториям присвоят категории, которые будут зависеть от инфраструктуры, квалификации персонала и других факторов, определяющих качество отдыха и лечения. Вся информация будет находиться в открытом доступе, чтобы у туристов была возможность приобрести путевку с гарантией. Как сообщает пресс-служба губернатора Краснодарского края, Вениамин Кондратьев поручил региональному министерству курортов координировать передачу сведений от кубанских здравниц в Национальную курортную ассоциацию. По его словам, сделать это нужно максимально быстро. Губернатор считает, что создание реестра санаториев придаст дополнительный импульс в развитии всей санаторно-курортной системы Кубани и подстегнет владельцев санаториев делать ставку на сервис. Те, кто приобретают путевки, будут понимать, за какие условия проживания и какой набор процедур они платят. Из Владимира в Анапу можно будет улететь авиарейсом уже с сентября этого года. Об этом заявил вице-губернатор Владимирской области по промышленности и экономической политике Алексей Конышев. Одна из компаний-перевозчиков планирует запустить чартерные рейсы. Владимирцам не придется ехать сначала до Москвы и только потом добираться в Анапу. Чартерные рейсы из Владимира будут осуществляться по принципу надобности. Вполне возможно, что в одну неделю в Анапу улетит 10 самолетов, а на следующую ни одного. Однако, если эти направления станут популярными среди горожан, то сделают регулярные рейсы с расписанием. Также вице-губернатор Владимирской области добавил, что стоимость на билеты будет доступна для всех. И к другим темам. Около 300 литров нелегального алкоголя изъяли сегодня в Джимите. При процедуре присутствовал гражданин дружественного государства. Назвался представителем владельца. Полицейские говорят, что уже приходилось однажды с ним общаться. Эта торговая точка находится в Джимите по пути на пляж. Необходимых атрибутов официальной торговли здесь нет вообще. Уголовок потребителя отсутствует. Гражданское лицо без каких-либо документов на осуществление данного вида деятельности торгуют алкогольной продукцией. Мы сейчас изымем алкогольную продукцию, составим протокол по статье 14.1 части 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И протокол будет отправлен в суд, и дальнейшее действие уже будет производиться в суде. Изъято порядка 300 литров продукции. При оформлении документов присутствует иностранный гражданин. От комментариев отказывается. Говорит лишь, что владельцем не является, а товар ему привозят. О происхождении напитков ничего не знает. На коробках отсутствуют акцизные марки. Обязательный атрибут. Продукцию продавали за 140-160 рублей за литр, что необычно дешево для виноградного вина. Все это вызывает определенные подозрения, но точный состав жидкости определят эксперты. На фоне большого числа легальных заводов, которые находятся на территории Краснодарского края, некоторые люди часто на территориях своих домовладений либо каких-то складах налаживают производство, где различным путем добавлением добавок различных примесей в виноматериал либо в спирт производят алкогольную продукцию, которую в дальнейшем реализовывают в магазинах и рынках города-курорта Анапа. Если вина владельца изъятого товара будет доказана в суде, то его оштрафуют на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. Также суд вправе конфисковать весь товар или его часть. С начала этого года из незаконного оборота в Анапе изъято более 50 тонн алкоголя. В администрации города-курорта говорят, что борьба с незаконной торговлей алкоголем – один из приоритетов. Свои рейды проводят управление торговли, за ситуацией на местах следят органы территориального местного самоуправления. Курортный сезон 2016 выдался по-настоящему знойным. Для жителей и гостей поселка Витязева жаркое лето принесло и неприятности, связанные с регулярными отключениями электроэнергии. В итоге витязевцы переходят на альтернативные источники энергии, бензогенераторы, а отдыхающие недовольны таким сервисом, ищут гостиницы для проживания в других районах. Почему так происходит и что ждать жителям поселка в будущем, рассказал директор филиала Кубанэнерго Юго-Западные электрические сети Дмитрий Головаха. Сети в поселке Витязево принадлежат частной компании. Компания называется «Энергосервис». В принципе, аварии происходят именно на этих сетях. Буквально там 2 недели назад по этой ситуации мы проводили совещание в администрации Анапы. Данный коллегин, который эксплуатирует эти сети, обещали предпринять меры для того, чтобы данная ситуация не повторялась. Но мы видим, что буквально там вчера такая же авария у них произошла.
Все это по причине, скажем так, слабой эксплуатации данных сетей. В рамках программы консолидации мы постараемся приобрести данные сети, чтобы они были на балансе Кубанинерго, привести их в соответствие и к началу курортного сезона постараться, чтобы таких проблем в поселке Витязева больше не было. Мы внимательно следим за развитием событий и надеемся, что управляющая компания найдет возможности и средства для стабилизации ситуации. Проблемы с получением полиса ОСАГО и навязыванием дополнительных дорогостоящих услуг при страховании в скором времени, возможно, удастся избежать. В Краснодарском крае и еще 5 регионах страховые компании начинают работать в режиме единого агента. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков. Проект запускается в районах, где у автомобилистов наиболее часто возникают проблемы с оформлением полисов ОСАГО. Помимо Кубани, система начнет работать в Ростовской, Владимирской, Мурманской и Челябинской областях. Единый агент будет продавать полисы всех страховых компаний, с которыми имеется договоренность. Это примерно 98% всего страхового рынка. Упростить получение ОСАГО должно также получение полисов через интернет. Со следующего года эта услуга станет обязательной для всех страховых компаний. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.